Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного солнечного Петербурга, облачного. У нас сегодня ветер, и мы гуляем по новостройкам сегодня. Все-таки меня заинтересовал этот район. Раз мы сюда уже добрались, вот на следующий день мы тоже приехали. И я хочу вместе с вами прогуляться, все-таки поподробнее рассмотреть, что здесь. Оказывается, планерная 87, корпус 1. Это один ЖК, Аквилон, застройщик. Вот это ЖК. Мы были во дворе этих домов. А вот это, который дома наискосок я вам показывала, это уже другой застройщик. Я почему-то сначала решила, что это все один и тот же застройщик. А здесь у нас Юнталовский заказник. Мы вчера на карте с вами уже посмотрели все это. Магазин «Магнит» на первом этаже. Давайте посмотрим адрес, чтобы было понимание потом, сколько здесь стоят квартиры, чтобы мы их могли с вами сравнить. Ой, доставка. Ага, планерная 89 у нас адрес. Посмотрим потом, кто у нас здесь застройщик и какие цены нам предлагает «Магнит-магазин». Закрытая территория, тоже это радует, что закрытая. Можно покупать у застройщика, сразу стоят офисы. Вот мы только что прошли, там стоял офис застройщика. Вот там он стоит, офис. А здесь посмотрим. Посмотрим, что здесь. Так, как интересно, новостройки, хочется знать цены, а где подешевле. Как-то надо плавненько идти. Но вы заметили, да, что здесь еще не облагорожено слева. Сейчас посмотрим. Ага, здесь дальше детские площадки мы видим. Планерная 91. Это для того, чтобы мы потом смотрели, сколько стоит именно эти новостройки. Офис продаж. Пожалуйста, можно зайти напрямую и поговорить с застройщиком, посмотреть, какие цены. Готовые квартиры. Вот мы видим даже улицу Планерная 91. Как называется ЖК. Еще есть на Глухарской. Да, ну здесь, конечно, лес такой темный. Темный лес. И все, ребята, и так эти дома пошли. Вот. А я думала... А нет, так и есть. Это же парковка. А я думала, что это все один застройщик, а мне потом объяснили. Нет, это разные застройщики. Зашли мы во двор, детская площадка. Все-таки зашла я показать вам. И мы сможем даже зайти в парадную. Парадная номер 1. 13 этажей. Первый этаж с первой по третью квартиру, с четвертой по одиннадцатую. Сколько квартир на этаже? Сейчас посмотрим. Почтовые ящички с двух сторон. Квартиры на этаже, здесь, наверное, лестница. Так, отделку смотрим. Два лифта. Слушайте, здесь дверь без стекла. Мне что-то даже расхотелось подниматься выше.
Поэтому посмотрим первый этаж. Ага, выход во двор есть, наверное. Другая сторона здесь у нас колясочная. Ух ты, посмотрите, какие помещения есть. Наверное, для персонала. Аккуратно оформлены клумбочки. Парадные еще все открыты. Видите, какие кусты. Да, в новостройках все, конечно, симпатично. Да, ребятушки? Классно. Зона для деток. Ну, ребят, конечно, нужно смотреть. Мы уже говорили с вами о районах города. Это вы уже должны понимать, чего хотите вы. Школа нужна или не нужна? Детсад нужен или нет? Поликлиники. Возраст тоже имеет значение. Окружение, какие у вас будут соседи, рядом ли парки, например, погулять с детками, или где ваша работа, театры, музеи, торговые центры огромные, все люди гуляют, ребята, я иду просто, куда глаза глядят, потому что здесь можно тоже выйти, смотрите, раз, на кнопочку нажала и вышла. Продолжается стройка. Сейчас посмотрим адрес еще один. Как у вас дела, ребят, как настроение? Как лето! Лето прекрасное! Так, планерная 91, все продолжается у нас. Ворота сквозного проезда нет. Ну так все современно. Просто интересно. Мы в основном были там, где же качественное небо, вы помните, да? И все вот там в том районе, ближе, дальше, вот эти яркие новостройки вам понравились. Так далеко мы с вами не заезжали. Я вот смотрю, что здесь детский сад. Вот это, скорее всего, шторки такие в клубничку. А вот еще дальше какие-то шоколадные дома. Это уже другой застройщик. Что какой-то лесок, надо выбираться, иначе там лес, здесь лес, я боюсь, что там не пройду, но мне не вернуться, как-то обойти, пройти, выйти с другой стороны. А вот я вижу, нужно выйти опять через этот двор, пойдем. Еще пока идут ремонты в квартирах, видите, все открыты, вот на зарядочку поставили и открыли дворы, чтобы можно было рабочим заходить, выходить. Но охрана уже есть, охрана машины, только по кнопке. Тут уже и же кто-то живет, кто-то только ремонт делает. Такие огромные площади здесь. Сейчас пойдем в туарочку, видим, наверное. Не знаю, мне хочется своя выпечка, горячий кофе, кафешки на первых этажах уже. Интересно, что с детками папы гуляют. Сидят папы, а детки играют. Мы сейчас выйдем. Так, там тоже можно выйти, но там какая-то рабочая зона. Давайте выйдем все-таки. Видите, там эти стоят вагончики. А мы выйдем здесь. Извините за ветер, друзья. Огромный двор. Смотрите, мы подошли. Сейчас на кнопочку нажимаем и выходим. Но самое интересное, помните, есть ЖК
где ты на кнопочку можешь нажать только своим ключом. Просто на кнопочку любой, кто зашел, потом выходить не может. Нажал на кнопочку, вышел. Нет. Я помню, что мне пришлось ждать, когда кто-то будет выходить. Или насквозь, через парадную как-то выходить. В общем, все равно пришлось ждать, ловить, кто будет из жителей этого именно ЖК выходить.